Если красота не радует, перемены воспринимаются не с легкой тревогой, а паническим. Достать чернил и плакать никак не зависит от времени года. Это вне сезонов и даже вне поэтических ассоциаций. Плакать. Пора приступать к великому, ужасному, но любимому. Заедать стресс или что там бывает. Осенняя депрессия, плавно перетекающая в зимнюю и так далее. Здравствуйте, дорогие друзья. Ведь на самом деле очень часто приходится слышать, а что делать такое время? Время всегда такое. Мы всегда чем-то расстроены, как-то напряжены, кого-то ненавидим. В смысле, кто-то нас раздражает. Давайте хотя бы приблизительно понимать механизмы происходящего. Наше настроение зависит не только от внешних обстоятельств и здоровья, но и от функции эндокринных желез. Гормоны, которые вырабатываются ими, регулируют наш сон, состояние иммунной системы, степень защиты организма в стрессовых ситуациях. Особое место занимают нейротрансмиттеры – химические вещества, передающие информацию. Наиболее известными из них являются серотонин, норадреналин, дофамин, допамин, ацетилхолин и гамма-аминомасляная кислота. Ясно, что ничего не ясно, но слово серотонин, думаю, слышал каждый. Так вот, серотонин синтезируется из аминокислоты триптофан, которая поступает с пищей. Сил нет, тревоги, беспокойство, плохой сон, что было, не помню, сердце давит. Вот на таком фоне, возможно, очень необходима диета, богатая триптофаном. Как уже было сказано, готового серотонина в продуктах нет, а посему нужно обратить внимание на те, где есть триптофан. А он есть в мясе, молоке, яйцах, сыре, бананах. Однако без достаточного количества витаминов В3, В6 и омега-3 жирных кислот триптофан может переработаться по другой химической схеме и превратиться в субстанцию, которая абсолютно равнодушна к нашему настроению и самочувствию. Отдельно отметим, никакого алкоголя. Он временно повышает уровень серотонина, но тут же понижает его. Так что вот это может быть, почему бы нет, здоровая альтернатива повышенному градусу. И с бананами все хорошо, и с жирными кислотами тоже. А именно с ними триптофан начинает работать над серотонином, да и с цветом тоже. Ведь желтое и оранжевое – суть тонизирующее действие, бодрость и гармония. Оранжевый салат. Соединить тертую морковь с тертой тыквой с кусочками апельсина, хурмы, банана и с кукурузой консервированной. Соль, перец, сахар по вкусу. Заправить оливковым маслом. Приятного аппетита! Можно 100 раз повторить, что яркость заряжает энергией, но похрустел таким салатом, а мы помним, тщательно пережевывая пищу, мы помогаем обществу, и перекусил, и обществу понравилось чуть больше. С вами была Жанна Соловьева. Удачи!